вообще, как будто у меня нет верхней губы. Запах. Фу. Цвет вроде бы ничего, да, так блеск и блеск, но... Привет, мои хорошие, с вами Сили... Подготовка полным ходом. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей и Даниил. Даниил тут лежит на подушке, просто разлегся. Хочу показать. Мой главный зритель. Сегодня мы будем тестировать с вами блески и помады от Fix Price. У меня их тут 6 штук разных всяких, которых я набрала. Цвета примерно мои любимые. Зай, ну тебе точно не нужны вот ароматы. Иди. Иди погулять. Вот, взяла я с собой влажные салфетки, тоже из Fix Price, кстати, и вот такие еще влажные салфетки, возможно, они тоже из Fix Price, я просто не помню. Губы не накрасила специально, подобрала цвет такой вот, как раз-таки под все эти помады, потому что помады такие, знаете, вот персиковые, какие-то яркие, какие-то совсем натуральные. Мы будем сейчас тестировать, зай. Будешь маме помогать? Давайте начнем. Первое, мне вот хочется вот эту протестировать помаду. У меня их, кстати, две, три. Вот, как раз три помады из этой серии, но они абсолютно разные, видите? Вот это, мне кажется, вообще такая будет натур-натур. Это какая-то чуть фиолетовая, что ли, уходит. А это персиковый такой. И как называется это? Lip Maximizer Collagen, Collagen Active. Сейчас вы поймете мой английский. Пою на английском. И вот как я на нем читаю. Ну, не всегда. Значит, Mary Kay Cosmetics написано. Давайте начнем с самого яркого, персикового. Открываем. Так, открыли. Она все запечатанная. Все запечатанная. То есть, в поводе, что там кто-то оттестировал, можно не беспокоиться. А вот здесь, кстати, она вообще вот такая яркая прям. Сейчас посмотрим, какой же цвет на самом деле. Запах приятный, сладенький, прям карамелечкой такой. Попробуем. Ну, как видите, у нее не насыщенный цвет. Цвет в плане, она полупрозрачная. Она реально идет как блеск, и, конечно, не вот этого цвета, ну, может быть, вот этот, кстати, да, где-то ближе. А он еще сделан, видите, градиентом от темного к светлому. Так, чтобы потом не спрашивали с них, какой цвет, да? Точно. Так. Кисточка достаточно мягкая, классическая, стандартная, как везде. Мягко наносится, все хорошо. Мне очень нравится, как вам? Нет сильной какой-то липкости такой на губах и очень натурально. Мне кажется, под это платье прям вообще идеально, да? Класс. Так, а номера? Что это за номера? Тут номеров-то и не написано. В общем, этот вот какой-то яркий. Давай, бери. А маме следующую. Эту помаду мы сможем с вами, она достаточно комфортная, кстати, на губах. Мне так нравится. Есть такие более липкие, знаете, прям сильно липкие. Я не очень люблю. Но понятно, что это блеск, все равно волосы будут липнуть. Кстати, стирается достаточно легко. Зай, не занимай мамино зеркало. Да. Так, это мы проверили. Давай из этой же серии. Так, мы проверили персиковую. Все. Ты мне не путай, зайчик. Зайчик-майчик. Дай мне вот эту помаду. Теперь давайте проверим такую вот, более фиолетовую она у нас здесь была. Что же это за цвет? Слушай, они как будто чуть разными запахами, что ли, наносим. О, этот уже необычный идет. Он идет с золотистым перламутром каким-то. Знаете, как бывает, переливается. Я сейчас вам близко покажу, вы увидите. Очень красивый цвет, кстати. Смотрите, видите, он переливается. Вот даже издалека здесь отличается от того, да, мне кажется. Вот смотрите ближе. Я не знаю, кстати, насколько видно или не видно, но реально у этой помады, может быть, сводчик нарисовать, у нее как будто какие-то там вкраплюшки. И вот она розовая, а отливает, знаете, таким золотистым, желтистым. Не знаю, тут вот не видно особо.
но цвет очень классный. Мне нравится. Отличается от предыдущего. И, ну, тоже подходит под это платье. Кстати, блески очень люблю. Вот такие натуральные цвета, потому что они увеличивают визуально губы. Поэтому, если кто-то любит, как я, вечно увеличивать губы чем-нибудь, то да, это один из таких способов. То есть хайлайтер над верхней губой и блески прозрачные, вот такие вот легкие, полупрозрачные, они очень хорошо увеличивают губы. Итак, поехали дальше. Зайчик. Зайчик-мальчик. Выглядывает такой. Дальше мы попробуем вот эту, которая бледная-бледная самая была, там помада из этих трех. Я хочу попробовать... как она будет в деле. Мне кажется, она очень классная будет именно на загоревшую кожу. Я сейчас загораю, буду еще темнее, я думаю. Я люблю загорать, поэтому... Можно, кстати, не мучиться, как вот эту пленочку отодрать, а просто на самом деле повернуть, и оно сразу откручивается. И пленка легко убирается. Не, ну запахи, да, примерно одинаковые, в общем-то. Красиво. Ну вот у этого уже нету такого перламутрового. Ой, гляньте, он розовый прям виден. Как у предыдущего. Эффекта такого нет. Здесь просто он идет такой глянцевый, розовый. Очень красивый цвет. На самом деле, мне кажется, что я все прекрасные цвета подобрала. Но вот сюда он чуть-чуть уже не так подходит. Он более все-таки яркий, видите, да? То есть действительно, вот какой-то из градиентов подходит. Вот более персиковый первый был всегда лучше. И второй ничего. А этот розовый уже как-то оттенки отделяются. Вот мне не очень нравится с этим платьем. Но сам по себе цвет шикарный. Очень красивый. Вот мне очень нравится. Да, под загар он будет замечательно. Итак, из этих трех мы протестировали все. Запахи прекрасные. Кисточка отличная. Теперь у нас пошли другие три блеска. Зайка, что тебе нравится? Мамины побрякушки? Тебе нравятся мамины побрякунечки? Экономим салфетку, вытираем той же. Так, все, стерли. Надеюсь, губы мои все-таки вроде нормальные. Так, теперь я хочу попробовать вот из этой серии, смотрите, да, здесь такой вот яркий и белый. Мне кажется, они матовые, потому что они как-то выглядят здесь матовые. Давайте прочитаем, что написано. Jean Michel Lip Gloss Queen Pop Cheek. Блеск для губ. Блеск для губ. И все, больше ничего не написано. Поэтому нам нужно будет тестировать их. Давайте попробуем вот этот цвет сначала. Денечка, мне нужно будет зеркало. Зеркало. Так, сначала пробуем ярким. Что у нас будет? Ой, кисточку вот такую не люблю, она здесь удлиненная какая-то. Вот там была маленькая и чуть-чуть такая скошенная, а здесь такая ровная, еще и длинная. Ну, попробую. Ой, пахнет свежестью. Вот этот пах сладеньким, а этот пахнет чуть ли не духами какими-то. Прикольно. А-а-а, какой насыщенный цвет. Офигеть. Такой плотный, насыщенный. Надо стараться красить, а то некрасиво будет. Денечка, подожди. Блин, какой цвет классный. Дэнь, подожди. Дай, говорю. Вот так вот с ребенком. Ладно. Ала. Ладно. Буду знать в следующий раз, что нужно... зеркало врать. Дай маме зеркало. Дай маме зеркало. Все, утащил. Я тут, понимаешь ли, стараюсь. Видео снимаю, а ты зеркало взял, утащил. В общем, офигенно яркая помада. Прям вот она такая насыщенная. Она достаточно не липкая. Очень приятная на губах. Прям действительно концентрированный такой цвет.
Что еще могу сказать? И на удивление, эта кисточка, ну, нормально наносится на самом деле. Класс, мне кажется, вообще летний вариант, вообще супер. Или, знаете, под шубу, ярко. Ну, вообще, вот этот цвет, он достаточно летний. То есть, я думаю, что я летом буду использовать, не зимой. А теперь мы будем пробовать помаду вот такую вот. Вот такие люблю помады, кстати, я на уже на загорелой коже. Мне кажется, что такие помады светлые, они еще больше подчеркивают загар. Но, к сожалению, они тоже не всем идут, они могут очень бледнить. Как стирается, кстати, заодно проверим. Потому что с помадами это важно. Вот я все люблю в матовых помадах, но как они стираются, терпеть не могу. Так, теперь открываем вот этот вот белый. Белый. Бело-розовый. Он просто с белым, поэтому я его назвала так. Такой он розовый. Слушай, ну как замазка на самом деле наносится, вот по плотности на губы сразу. Это прям удивление мое какое-то. Ну как вам? Вообще, как будто у меня нет верхней губы. Понятное дело, что это не под это платье, это под какой-то другой наряд, но что-то в этом есть, да? Интересно. В общем, это Адебрямс. Да, Дэнь? Хватит уже кричам во мне. Давайте последнюю вот этот блеск попробуем. Но мне кажется, вот он будет липкий, если честно. Не знаю почему. Может, потому что у меня есть такие. Блеск для губ, впечатляющий эффект, чувственные полные губы. О, наверное, он сам с эффектом. Или они просто знают, что любой блеск будет так делать губы. И стирается очень хорошо. Класс. Но сразу могу сказать, что это не стойкая помада. Ни капельки. Все, тестируем последний блеск. Это вот такой вот блеск. Все, открываю. Запах. Фу. И он не запечатанный был. И пахнет чем-то старым. А запах, честно говоря, отвратительный. Дэнь, ну перестань, пожалуйста, шататься, я тебя умоляю. В общем, вот этот блеск последний, который, честно говоря, он просто все портит своим запахом. Вот этот запах, который там, он просто... Фу, вот я прям чувствую от себя. А для меня вообще терапия, арома, где-где салфетка, мне хочется стереть. Цвет вроде бы ничего, да, так блеск и блеск, но он жидкий, еще достаточно липкий. Ты что там, в зеркало себя увидел? Я скорее стираю, можно? Фу. Дэнь, что ты смеешься? Дэнь. Что там увидел? Что там увидел? Покажи. Он, наверное, в зеркало сам себя увидел и смеется. Прикольно, малыш. В общем, девчонки, короче, вот эти вот помады, вы сами увидели, они яркие, насыщенные цвета. То есть для съемок видео офигенски. Мне очень понравилось. Я бы взяла все цвета попробовать. И вот эти вот классные, запах классно наносится, офигенские эффекты такие интересные. Вот этот, кстати, с золотистым эффектом. А на нем, кстати, и нарисовано также. Здесь есть золотистый этот эффект, прям нарисован. А красные они все здесь, по-моему, одинаковые, поэтому сюда смотреть не нужно. В общем, вот эти и вот эти одобрямки, попробуйте. Ну, конечно, это может не для жизни, вот эти яркие цвета такие, но вот этот еще хороший, но этот белый, вы понимаете, это только я могу для видео какого-нибудь, или такие же экспериментаторы, как и я. Вот это вообще, то, что я взяла, девочки, я не знаю, может быть, он не свежий или еще что-то, но мне он не понравился вообще никак, вообще. Итак, мои хорошие, надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Вы для себя что-то интересненькое нашли. Можете бежать в Фикс Прайс, покупать блески.
Я обязательно еще какие-нибудь цвета посмотрю. И впереди у меня для вас много интересных видео, тоже из Фикспресса. Мы будем тестировать с вами кое-что еще, для кое-чего и чего еще другого. В общем, надеюсь, мое видео было полезным, интересным и веселым. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь, до следующего видео. Пока-пока! Как ты меня достал, фокус, а? Фокус, как ты меня достал? Фокус! Фокус! Фокус. Фокус. Вот, вот. Я тебя поймаю. Моя дорогая, я не так далеко. Ты можешь убить меня, не обнимая. Моя дорогая.